Кол. Золотая девочка, которая была с первой обычной девочкой. Но она попала в желтую реку и стала золотой. И у нее в руках появился золотой чемоданчик с ключиком. Когда она открыла этот ящик, оказывается, что в нем есть золото. Рассказал эту сказку ангел-короличек. Он был хороший человек. Он всегда знал и верил, что что каким-то людям понравится эта сказка. И сейчас мы из Болгарии вам покажем, что Златка – это не обычная девочка. Она работала очень, помогала людям, но только ее мачеха не любила. И один раз она сказала отцу, что он отвез девочку в гору. И он ее оставил, и она пошла. И когда уже нашла она одну бабушку. А мы вам не будем всю сказку рассказывать. Приходите, мы будем здесь показывать игры у Лукоморья. И тогда узнаете более подробно все. Всем счастья, радости и приезжайте в нашу солнечную Болгарию. Мы ждем. Аплодисменты гостям из Болгарии. Ну что, у нас следующая с вами страна, и это Грузия. Встречайте, пастушка светлячков Вая. Здравствуйте, дорогие друзья! Я пастушка светлячков из Грузии. Мои лучшие друзья, конечно же, светлячки, но также у меня есть друг Саламури. Он пастух Божий коровок, но видимся мы с ним очень редко, так как он спит ночью, а просыпается днем, а я сплю днем и просыпаюсь вечером. Мое любимое занятие – это веселиться и танцевать с моими светлячками на поле в хорошую погоду. И я очень рада, что вы пригласили меня к вам в гости. Спасибо вам, друзья! И с праздником вас! Аплодисменты пастушки светлячков Бая! Еще громче! Молодцы! Ну что у нас с вами? Нидерланды! И на нашу праздничную сказочную сцену поднимается морская колдунья Зехекс. Марите, мама девочки Софии. Аплодисменты! Пират морской! Герой морских голландских сказок Волк Зейбанд! А мы с вами аплодируем! Здравствуйте! Мы приехали к вам из Голландии, провинция Фрисланд. Вот из этой сказки. Сказка называется «София и морская ведьма». Если кто-то ее не получил, то вы можете с нами поиграть, и вы ее получите. Пират хочет сказать вам тоже приветственные слова. Hallo, liebe Menschen, mein Name ist auch Van der Zee. Ik kom van de zee en ik ga weer terug naar de zee. Ik heb mijn maatje meegenomen, Papagena, Papageno. En we hebben een hele speciale opdracht vandaag. We gaan alle lieve kindertjes redden die in het water zijn geraakt en vastgehouden door de boze heks. Его попугай умеет говорить. Мы можем это продемонстрировать. Hij is heel braaf. Hij is moediger dan Papageno. Привет, попугай. Привет. Привет. Как дела? Как дела? Как дела? Наши дела хорошо. 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 А мы желаем, чтобы и ваши дела всегда были хорошие и добрые. До свидания. Аплодисменты гостям из Нидерландов. Ну что, дорогие друзья, у нас на очереди страна Германия. И под ваши аплодисменты мы приглашаем на сцену
Бисмен, Анна фон Бисмарк и барон Мюнхгаузен. Дорогие друзья, сегодня барон Мюнхгаузен привез для вас удивительный музыкальный подарок. Песню. Вы готовы ему помогать? Да! Аплодировать? Да! Тогда вам слово, пожалуйста. Guten Tag, meine lieben Freunde. Viele Grüße aus Deutschland, aus Bodenwerder, aus meiner Heimatstadt. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приехали к вам из Германии, из Боденвердера, из родного города барона Мюнхгаузена. Ich freue mich, dass ihr heute alle schön fröhlich seid und hier zu Besuch seid. Я очень рад видеть вас всех здесь. Очень рад быть с вами. Ich möchte euch einige Geschichten vortragen, aber heute musikalisch. Я хочу рассказать вам очень много историй, но сегодня только одна музыкальная история. Ich bin der Baron von Münchhausen und bin an der Weser zu Haus. Ich habe den Kopf voller Flausen und lebe im Saus und im Braus. Die Einwohner von Bodenwerder, die kennen mich, ich bin ihr Sohn. Ich bin nicht ein Goethe, ein Werder, ich bin nur der Lügenbaron. Ja, das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Ich reiste zu Pferde im Winter nach Russland bei Eis und bei Schnee. Erschöpft band ich fest meinen Sprinter, schlief ein und erwachte im Schnee. Vorüber mir hörte ich im Sturme ein klägliches Pferdegeschrei. Mein Gauling am Dorfkirchenturm, ein Schutz und er war wieder frei. Ja, das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Wir waren mit den Türken im Kriege, mein Feldmarschall brüllte mich an. Komm, spring auf ne Kugel und fliege und schau dir die Festung mal an. Ich flog zu der Türkengemeinde und jetzt kommt mein Meisterstück. Ich sprang auf ne Kugel der Feinde und flog so ins Lager zurück. Ja, das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Das kann nur einer, nur ich, sonst kann das keiner. Die Welt weiß ohnehin, dass ich der Größte bin. Der Größte, bin. Спасибо.
Ich bin Anna von Bismarck. Ich komme aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Hannover aus Deutschland. Und ich bin verheiratet von Ludolf von Münchhausen. Und so durfte ich heute meinen Verwandten hierher zu euch begleiten. Барон Мюнхгаузен приехал к нам не один, с ним вместе Анна фон Бисмарк. Она приехала из небольшого города на севере Германии, недалеко от Ганновера. И она жена Людольфа Мюнхгаузена, который родственник барона Мюнхгаузена. И он попросил ее сопроводить Мюнхгаузена сюда к нам. Und ich habe noch jemanden mitgebracht, denn in unserer Stadt gibt es die Sage vom Wachsmann. Und den haben wir heute auch dabei. Komm, Wachsmann. И с нами приехал еще один сказочный герой из города Хессен-Шульзендорф, Wachsmann, который там очень известен. Guten Tag, liebe Freunde. Здравствуйте, дорогие друзья. Ich bin der Wachsmann. Ich stehe oben auf dem Turme und bin der Feuerwächter. Меня зовут Wachsmann, и я работаю сторожем на башне. Слежу за тем, чтобы все было в порядке, чтобы нигде не было пожара. Ich kann sehr viele Geschichten über meine Stadt erzählen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich mal besuchen kommt und dann machen wir eine Stadtführung. Я знаю очень много историй о моем городе. Я буду очень рад, если вы приедете к нам в гости, тогда я расскажу вам эти истории. Wir liegen an der Straße der Deutschen Märchenstraße. Mit vielen, vielen Märchen. Rotkäppchen. Ja, Schneewittchen, Rosenrot und der gestiefelte Kater. Мы приехали к вам из края немецких сказок, легенд и преданий. И привет вам передавали. Красная шапочка, спящая красавица, Белоснежка и кот в сапогах. Kommen Sie und sehen Sie unsere Märchen. Viel Spaß noch! Приезжайте к нам и познакомьтесь с нашими сказками и сказочными героями. Аплодисменты гостям из Германии! Вам понравилось, друзья? Да! Молодцы, ну что тогда мы с вами продолжаем. Потому что у нас в гостях гости из Италии. Встречайте, герои итальянской сказки. Маленький волк и маленькая девочка. Привет! Привет, детишки! Привет всем! Как дела? Хорошо! Saluti dal teatro al Sipario Strappato di Genova. Saluti dall'Italia. Привет от театра из Генуи. Привет из Италии. Siamo felicissimi di essere qui. Мы очень рады быть здесь. Io sono Lupetto Oscar e lui è Fritz. Я Волчок Оскар, а он Фриц. Io sono un lupetto che ama la natura e rispetta la natura, perché la natura è il bene più prezioso che abbiamo. Я волчок, который уважает природу, потому что природа это самое важное. Ciao, спасибо. Пока. А еще можете громче гостям из Италии. Но вы знаете, дорогие друзья, сегодня из Кировской области приехали наши с вами сказочные любимые герои. И мы с вами встречаем из города Яранска Яранский Глинышек. Я персонаж почти мифический, с доисторических времен. Возник из ничего практически ожившей мысли зримый сон. Кусочек глины, прах истории всего земного бытия. Ожил на Ярской территории, там, где иранская земля. Я путешествую во времени, от праотцов до наших дней, чудесного потомок племени, русков, чудей, тупорей. Отец мне время, мать предание, земля иранская, мой дом, принявший древнее послание. Из глины в образе моем. Аплодисменты иранскому глинышку. Ну что, дорогие друзья, к нам сегодня из Зуевки приехали гости. Встречайте.
люди добрые! Здравы будьте! Приветствуем вас в этом чудесном краю! Мы приехали к вам из прекрасного Васнецовского царства, что раскинулось на достославной Зуевской земле. Я сказитель Баян, и со мной Аленушка, Васнецовская Аленушка, наша Аленушка, Вятское солнышко. Нас снова в детство манят лето краски. Я к вам пришла, Аленушка из сказки. Прошу вас, помогите разобраться, где мне найти теперь родного братца? Аплодисменты нашим сказочным персонажам из Зуевки. А теперь поднимите руку, кто любит шахматы? А еще больше никто не любит. Любите шахматы? Еще раз поаплодируйте, кто любит шахматы. Аплодисменты звучат, потому что на нашей сцене гости из города Орлов. Шахматный король и королева встречаем. Я королева шахмат, и в шахматной стране я правлю королевством, там все подвластно мне. На черно-белом поле стоят фигуры в ряд, красиво и умело веду их на парад. Со мной мой верный спутник, король. В нашем городе Орлове каждый год раз в день бывает волшебный день, когда шахматы оживают и играют в живую игру. В этом году этот день будет 21 июня. На Орловской ладье, пожалуйста, приезжайте к нам в гости и увидите живую игру шахматы. Аплодисменты! Шахматы, король и королева! Ну что, и у нас остался персонаж из города Кирова. Кикимора Вятская! Встречаем! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Я вас не слышу! Отлично! Из старинной и красивой Вятки, где всегда свои порядки, прибыла к вам я, девчонка, озорная, залихватская, кикимора! Молодцы! Ну, а еще я, конечно же, очень люблю всем дарить хорошее настроение, веселиться и радоваться. Надеюсь, сегодня для вас супер праздничный день. Веселиться будем? Отлично, тогда предлагаю зарядить друг друга и самих себя хорошим настроением по-кикиморски. Знаете это как? Нет. Как, не знаете? Нет. А ну что? Встать удобно, руки вот так сделать и показать сначала мне, а потом соседу справа и слева язык сможем? И скорчи смешную рожицу. Готовы? Раз, два, три. Так, чего-то не все, не все. А еще раз, соседу направо поворачиваемся. И еще раз, соседу влево. Улыбнемся и покажем язык. Молодцы, аплодисменты. Немножко зарядились, но помните, показывать язык — это дело все-таки кикиморы. Или мне его показываете. Ну, а еще расскажу я вам, что мне 3 года назад посчастливилось исполнить гимн Всемирных сказочных игр. Это замечательная, веселая песня. Я думаю, что сегодня, здесь и сейчас, мы откроем сказочные игры на Вятке в Белой Холунице. Именно этой песней вы поможете мне? Да! Конечно, тогда можно пританцовывать и руками, конечно же, хлопать. И сказочные герои к нам присоединяются, аплодируют гимну. Повторяйте со мной. Игры. Ручки выше. Открывает дверь вместе нас, собирая, и закружит ярких красок карусель. В детство мир отправляя, посмотри.
смотри вокруг, это не сон. Все сказки мира здесь со спортом в ногу идем. К победе сложен путь, но ты не сдашься, ты чемпион, чемпион. Светик, всеми светик, добра цветок. Пусть летит над миром твой лепесток, и узнает каждый, кто есть вокруг. В сказке ждет тебя настоящий друг. В сказках побеждают добро и любовь, и детство возвращая нас вновь и вновь. Просто распахните свои сердца и впустите в жизнь свои чудеса. Сказочных гостей принимали твердка. Вам скучать не придется. Будут игры, танцы, песни и загадки. По душе дело всем найдется. Со страничек книжных на стадион честность, доброту, отвагу мы принесем. Ведь в жизни, как и в сказке, кто сильный духом, тот чемпион. Чемпион. Цветик, синий цветик, добра цветок. Пусть летит над миром лепесток, и узнает каждый, кто есть вокруг. Сказки ждет тебя настоящий друг. Сказки побеждают добро и любовь, детство возвращая нас вновь и вновь. Просто распахните свои сердца и впустите в жизнь свои чудеса. Это символ исполнения всех желаний. Символ нашего сказочного братства. Ура, друзья! Ну что, дорогие друзья, скажите мне, пожалуйста, вы в своей жизни видели столько сказочных героев Белой Холуницы? Нет! Вы сегодня рады? Нет! Давайте по-белоколуницки поаплодируем нашим сказочным героям! К нам, а чтобы память о нас сохранить, решили подарки мы вам подарить. Аплодисменты! Это вам, уважаемые друзья, на память от Белой Холуницы. Сегодня как на заказ, и все готово к играм у нас. Всех приглашаем площадки занять и в сказочных играх участие принять. И мы приглашаем на площадку «Богатырская застава» Алешу Поповича, Анну фон Бисмарк, мистер Басман, барон Мюнхгаузен вас ждут на площадке «Богатырская застава». Пожалуйста. Площадка у Лукоморья, которая находится у нас у здания музея. С вами играют Баба-Яга, Васнецовская Аленушка и Бояр. Пожалуйста, приходите.
Кикимора Вятская, пожалуйста. На площадке «Море Океан», которая находится вот на этой площади, с вами играют Мария Искусница, Серенький Козлик, Малиновый Федотка, Бежецкая Малинка, Василиса Премудрая и Царь Водяной, Лика Одноглазая. Площадка «Терем Теремок» находится у магазина. Вас там ожидают курочка Ряба, Симбирский Колобок, Пастушка Светлячков Байя, Маленький Волк и Маленькая Девочка. И площадка «Ледниковый период». С вами играют Матушка Зима и ее помощники Дед Мороз, Всемирный казачий Дед Мороз, Кыш-Бабай и Шурале. Ну что, мы с вами расходимся по площадкам и играем с нашими сказочными героями.